Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, Дракон Месяца, Рак, Рак. Так, я же его уже давно получил, а ну-ка, подождите, где он у меня? Он мне уже должен был высидеться, подожди, у меня там черная машина, ну что ты за... А, вот, давайте получим награды за клановое событие. Так, или Дракона Рака мы уже с вами качнули, по-моему, качнули. Ну, темная машина у меня там есть. 7 сундуков там было написано. Так, а ну-ка, а где мой дракон рак? Вот это сообщение. Надоело немножко. Так. Давайте соберем немножко бабла. Так, где тут мой дракон рак? А, вот мой дракон рак. Ну, если кто вдруг забыл, как он выглядит, вот так вот. Давайте будем гладить его. Рак. О, ребята, как можно назвать дракона рак? Я знаю, как можно назвать дракона рак. Краб. Дракон рак по имени Краб. Прикольно? Прикольно. Кстати, я, по-моему, не читал. Дракон рак – чувствительный подросток, над которым властвует его эмоции. Это что, по знаку зодиака так прописано? Викингам на заметку. Если загнать его в угол, он будет биться до последнего вздоха. Трам-парам-парам-пам-пам. Так, кстати, пробудить. Почему мы стихию не пробудили? 750 тысяч несчастных. Так, а тебе? Тебе тоже? А, тебе пробудили. Молодец, я пробудил, не завтыкал. Так, что у нас еще здесь есть? Вот. И тебе пробудить. Почему бы и не пробудить? Так, ты обыкновенный. Обыкновенный. Так, у вас, ребята, все в порядке? Ну, тоже, смотрите, ё-моё, что ты так... Не попробуждал им стихии. Как я мог? Так. Какое-то задание еще выполнил. Так, а у тебя что по стихиям? Здесь пробудил. Ну, отлично. Отлично, давайте-ка мы... сделаем вот так. Блин, кого я вообще пытаюсь сейчас вывести? Кто бы мне сказал? Давайте сейчас нажмем вот так и посмотрим возможные комбинации. Во, я пытаюсь вывести дракона жучок. Это тоже колдовское выведение. О, 16 часов. Может, это что-то оно? Может, и он. Так, ну, сегодня у нас герой не ты, а вот ты. Это эпический дракончик. Темная машина. Так, он сюда просится. Ну, пусть будет здесь. Магические драконы. Так, ух ты, за это 20 кристаллов дадут. 0,7% игроков собрали эту коллекцию. Ничего себе. Окаменелость. Жучка получу. Мороза потом получу. Какаду. Какаду. Кого там надо заколдовать? Давайте заколдуем. Мне как бы не жалко, но давайте на 2 звезды. А, до 4 уровня нужно заколдовать. Ну, давайте мне, в принципе, и на 3 не жалко. А на 4 тоже не жалко. Та-дам! Короче, сможем мы, ребятки, вывести... Ну... А, вот тебя еще заколдовать нужно до 3 уровня. Это, а ты вообще кто? Кого я тут колдую? А, ворон. Надеюсь, это самый навороченный мой ворон. Ну и здесь, как видите, тоже всего много, без проблем. То есть я практически любого дракона на 3 звезды колдую без пытаний. Ну вот на 4 уже я бы великолепные осколки на это барахло не стал тратить. То есть уже могу выводить какаду. И это здорово. Так, что у нас здесь идет? Заядлый фермер. Участвую. Соберите как можно больше еды. Здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня пятница. Да, началась акция. Собрать золото, собрать еду. Блин, я пропустил один этап. Накормить дракона. Ну, сейчас мы это сделаем. Поймать существ, выиграть битвы. Блин, 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 ребята. Как я мог? Надо включаться. Давайте что-нибудь такое вот на 30 минут поставлю. Главное, чтобы не забыть его-то.
Не забудь потом это дело все собрать. Нужно еще немножко золотишко. Летающих существ нет, потому что я первый раз за сегодня зашел в игру. Они появляются только на второй заход. Так. А мы темную машину вообще-то качаем. Вот так вот. Выглядит наш дракон. И давайте его будем качать. Стихии металл, пустота и железо. В общем, стихии такие. Не ахти. Тупо защитник, да, еще бы ему стихии воды. И он был бы вообще сплошным защитником. Ну, то есть скала защищает, в принципе, а пассивное умение, ну не пассивное, как это там, альтернативное умение железа, да, это а контратака, тоже, в принципе, скажем так, защитная. И пустота. Ну, пустоту заменить на что-нибудь. И будет вообще огонь. Ну что, прикольный такой. Ой, колдовство. Ну а что, давайте, в принципе, а, подождите, блин, не затыкал, я не заметил, ребята, за колдовство больше монет становится. А ну-ка давай, смотрите, он приносит 3400 сейчас. Если я заколдую еще раз его. Это дает как бы буст к монеткам. Нифига не дает. Тьфу ты, блин, это как-то глупо. Вы не считаете, что за колдовство не дают, короче, прибавку к монетам? Так, ладно, давайте еще тут пособираем. Так, битва на колдовской арене, блин, нам, по-моему, не считается или считается в битве. Так, 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 так. Так, это кто? Нефритовый. А как получить нефритового? Где, а ну-ка, вот ты где. Блин, а сколько эта акция идет? Ну, вроде бы как бы в пятницу началась. Нефритового получить надо, ё-моё. Ну, а зачем мне вот этот парень, кто мне скажет? Эрланшейн, мне нафиг не надо, мне вот только до нефритового дойти. Хроно Эрланшейн, такое себе удовольствие, конечно. Не знаю, я сейчас играю неактивно как-то. Вряд ли я смогу пройти его полностью. Так, выиграть нужно 4 битвы, собрать еду. Так, ну давайте мы по традиции попробуем пойти на колдовскую алекую. Так, ну давайте нам какой-то адекватного. Чё такие мощные-то? О, вот это какая-то легкотня. Тут даже факела брать не стоит. Кого возьмем, кого возьмем? Миху возьмем. В бой! Так, никого там лишнего нет. Хотя, наверное, это я зря сделал у нас. Ну, сейчас 48. 49. А ну давай. Я и так их валю, хорошо. Этого точно завалю. Пятидесятый. Ну, он легенда... Ну, точнее, легендар точно, да. Потом, думаю, возьмем усиление. А то, не дай бог выживет. Будет неприкольно. Так. Ну, довольно крепко. И сейчас самый сильный, 51-й. 51-й. А, он взял и умер. Это хорошо. У меня 300 миллионов насобиралось уже каким-то чудом. Только тратить их некуда. Куда потратить 300 миллионов? Ну, только на еду. Только на еду. Так, вот 50-й парень на все звезды. 50 на все звезды. Ну, справится у нас вот этот парнишка. Эгегей, погнали.
И это типа... Что-то как-то крепко. Давайте пока мы все-таки сменим, знаете, возьмем вот этого парня. Он все-таки будет покрепче. Потому что если этот не считается типа самым сильным, а он довольно сильный, то тут, возможно, все будут такого же уровня. Вот, ну, я все равно сильнее его на 4 уровня. Звуки такие издаются странные. Ну, довольно много занимает. Вот следующий дракон может меня и пробить, как бы. Так, ну этот не должен меня пробить. Так, 47-й, тем более не пробьет. И 45-й тоже не пробьет. Уголек. Ну, 75 кристаллов откуда-то набралось. Так, хороший сундучок, давай, переворачивайся. Прум-прум-прум-пум-пум. Ну, такое себе. Ок, о, еще шикарный подарок. Листик, справишься? Давай немножко дымка тут наведем. Вот такого парня. Вот такого парня. Это ангелочек у нас был. Так, ну тут легкотня. А кто издает вот эти звуки? Это вражеские драконы или мой дракон? Вражеские, то есть вот этот не издает звуков. Кстати, да, это один из... Был в акции этот дракон-олень, которого у меня нет. И Гермес, который у меня есть. Так, и вот 52-й, в принципе, тоже легкотня. Факела. Давайте еще роллера возьмем. Вот у меня он уже роллер Яна 42 уровня. Самый мощный здесь 52-й. Это то же самое, что мой 54-й. Ух ты! Крепкие здесь ребята, я смотрю. Ух ты, как много снял. 20% наверное снял. Так, надеюсь, ты был самым крепким. Они живучие, что капец. 3 удара выдерживает. Да он с меня снял столько, сколько я с него. Так, индукция, до свидания. Катушка индуктивности. Так. С этим тоже справляемся. И с этим. Чешуя, или как там этого дракончика звали, последнего. Так, ну это нифига не засчитали нам, да, как за победу. О, я 1000 набрал такие. Ура! Так, давайте смотреть, что у нас тут по... Не засчитали, блин, а печально. Поймать существо. Так, ну что, давайте тогда сюда заглянем. Нам нужно 4 битвы каких-то сделать. Так, ну я до сих пор не дотягиваю, да, до этих драконов. Я никому уровень особо не повышал. 50, ну. Трабл, Миха. Нет, Миха, ты слабак. Миха. Чё ли, листик? 54-й. Листика возьмем.
Давайте попробуем еще раз. Давно мы здесь не были, но нам тут наваляли в прошлый раз. Ну, я атакую последнего. Вот так вот. Мы уничтожили нас просто в хлам. Понятно, нечего нам здесь делать. Вот, кстати, наша эта машина. Давайте сюда пойдем. Наваляем здесь. Нам нужно 4 боя. А, нет, ну, это нужно 8 боев. Это нужно, ребятки, 8 боев. Вот, кстати, гигантская эта машина. Так, давайте сюда заглянем. Но где-то же у меня есть и эти вот более сильные противники. Так, кстати, нужно нам сейчас что сделать? Напасть, пополнить вот эту штуку надо. Подождите, а что в героическом, в обычном режиме? О, а что там в героическом у нас? 100 лет не заходил сюда. О, ну здесь нам тоже сейчас наваляют. Здесь бы кого-то с ветром, чтобы их ослабить. Прощальный удар осени. Так. Ну, может, заблокируем там чего-нибудь. Так, ну, ах ты ё, ну мы близко были, да, на самом деле. Нам тут немного не хватило. Немножко не хватило. Ладно, давайте в обычный режим. Давайте глядеть. Так, а ну, давайте, может, будем по-моему, на свитках, да, там такие более сложные битвы. Давайте сейчас посмотрим, где у меня тут есть свитки незавоеванные. Что-то у меня свитки все завоеваны. Кто их завоевал? Признавайтесь. Это точно кто-то из вас сделал. Шутка, конечно, ребята. А почему? Во, свитки. Так, ну здесь 55-е. Ну да, это, в принципе, крепкие ребята. Ну просто, что они не легендарные. Эпические, редкие там, да. Удача покинула нас, и Растафари тоже. Так. Давайте заглянем, что у нас тут. Кто у нас просит? Алёша, Руслан, Егор, Мирон, The Master Game 3.0, Саша, Хантли, Мейзер, Ютубер, Назар, есть такой канал Ютубер, да, большой. И тренер, так? И вот кто нам подарил подарки. Марина, Волчица, Джеки, найс. Эти все. Так, Егор, Сова, это все подарочки, всем спасибо. Там-тарам-пам-пам. Это мы собираем. Так, вот так вот. Ну чё тогда, ребятки, да я на этом с вами прощаюсь, пойду выполнять наши задания, и до скорых встреч, всем пока.